Пожалуй, у каждого из нас в детстве была мечта. Мы хотели стать космонавтами, врачами, полетать на воздушном шаре, съесть килограмм мороженого и еще много-много всего. Кому-то удалось воплотить свои желания в жизнь, а для кого-то они так и остались мечтой детства. Проект «Мечтай со мной» воплощает в жизнь желания детей, которые болеют тяжелыми заболеваниями. Ведь хорошие эмоции, новые впечатления от исполнения заветного желания только положительно сказываются на здоровье таких детей. Благотворительный проект «Мечтай со мной» начал свою историю в 2014 году, когда еще в рамках некоммерческой организации «Наше дело» мы столкнулись с желанием девочки Нади, у которой была опасная для жизни болезнь. Она хотела сесть за штурвал самолета. Тогда нам казалось, что это все нереально, но мы смогли найти ресурсы, и нам очень много людей и компаний пришли на помощь, и мы все-таки смогли посадить ее за штурвал самолета. И когда мы видели просто счастье в глазах этой девочки, мы подумали, что было бы здорово перенести это все в большой проект. За 2,5 года благодаря проекту осуществилось более 20 желаний детей. И когда ты видишь эти глаза, которые полны счастья, радости и воспоминаний от своего исполненного желания, тебе самому становится намного лучше, и ты понимаешь, что ты делаешь этот мир лучше. Раделю Хисамову 8 лет, и у него опасная для жизни болезнь. Его мечта – стать блогером, а в дальнейшем встретиться с Иваном Гаем. Я вообще хочу создать свой канал, но я не знаю, как. И сегодня тебе все расскажут об этом. Ну вот сегодня покажем, пойдем. Давай, спускайся. Благодаря проекту «Мечтай со мной» дуэту «Громкие рыбы» мечта Раделя смогла осуществиться. Тимур Исмаев и Кирилл Карамов сначала провели экскурсию по студии «Универ ТВ», где рассказали Раделю обо всех тонкостях съемочного процесса. А после небольшого вступления ребята приступили к самому главному – съемкам видеоблога. Радель полностью увлекся процессом и примерил на себя роль известного ведущего и блогера. Хай-хай, с вами Радель! Всем привет, это Радель и Громкие рыбы. Поэтому подписывайтесь на канал Раделя. Вот. Думаем, что Радель покажет себя и будет снимать интересные видео, которые будут набирать миллионы и тысячи просмотров. Пока это только небольшой шаг в мир интернет-пространства, но кто знает, может быть, через пару лет маленький мечтатель станет настоящей звездой Ютуба. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.